Шадринске ведутся масштабные работы по уличному освещению. В декабре подрядная организация планирует закончить строительство сети уличного освещения на Мальцевском тракте. Там, где еще в прошлом году не было ни одного фонаря, сегодня смонтировано и установлено около 140 светодиодных светильников на 4 километров автодороги. Сумма контракта более 15,5 миллионов рублей. Теперь движение транспорта и пешеходов на этом участке дороги станет более безопасным и комфортным. Доказано, что уличное освещение существенно снижает количество дорожно-транспортных происшествий. Применение одного из наиболее перспективных направлений энергосбережения – светодиодное освещение – поможет сэкономить на электроэнергии и сократить расходы на обслуживание. Напомним, ранее современная сеть уличного освещения была построена на улице Автомобилистов в Северном поселке. Работы по модернизации сети наружного освещения затронут и центральную часть города. На улицах Свердлова, Челябинская, Михайловская, Ленина, Октябрьской, Володарского, Гагарина и Щеткина на новые светодиодные будет заменено 800 светильников. Подрядчик, выигравший контракт на сумму чуть более 7 миллионов рублей, планирует завершить все работы уже в декабре. Строительство и модернизация сети уличного освещения в Шадринске будет продолжено и в следующем году. Так, в планах муниципалитета приступить к разработке проекта освещения на одном из проблемных участков города – на Курганском тракте.